Студент по ходу соревнований побеждал соперников на 20, а иногда и на 40 килограммов тяжелее себя. Подробнее об уникальном армрестлере смотрите в нашем следующем материале. Пара, смотрите, это неимоверный поединок. Смотрите, Борисов, 70-килограммовый Олег Жок. Это кажется невероятным. 70-килограммовый Олег Жок на раз-два делает 110-килограммового оппонента. Всего за 3 года усиленных тренировок украинский спортсмен стал чемпионом Европы и мира по армрестлингу на левой руке. Когда я поступал в университет, если бы мне кто-то сказал, что я буду заниматься каким-то спортом и смогу достигнуть таких результатов, то, конечно, я бы этому не поверил. Для меня это было очень необычно. Такой феноменальный успех скептики приписывают врожденной патологии Олега. Мол, невооруженным глазом видно, что левая рука почти в 2 раза больше правой. Говорят также, что природа наградила Жоха 6-м пальцем. Но все это правда лишь отчасти. Было как на левой руке, так и на правой руке было 5 пальцев. Было как на левой руке, так и на правой по 5 пальцев. Когда родился, то была такая патология. Левая рука была чуть больше, чем правая. Сейчас тоже видно, предплечье больше. Но если бы это был недостаток, но это не недостаток, а это сейчас мое преимущество.